У нас целый плейлист посвящен притчам, высказываниям, анекдотам. И вот я сейчас хочу рассказать некий анекдот, даже показать его. А вы подумайте, мы еще поговорим, а какой намек в этом анекдоте? Ведь в каждом анекдоте есть какой-то смысл. Послушайте. Идет человек, увидел. Вроде говно. Да, пахнет говно. Вперед рукой. Да, действительно говно. Потом. Блин. Да говно же это. Ну как я попал на это говно? И теперь я весь в говне. Прочувствовали? Так вот, когда в этой нашей жизни вы идете и увидели где-нибудь говно, да отвернитесь, не идите туда. Нет, вас туда что-то тянет. Вы начинаете разбираться с этим, облизывая, и потом все в говне и обтекаете, еще долго обтекаете, и потом приходите к некоторым психологам, которые рассказывают, да, вам на дороге встретилось говно, да, это к чему-то, это значит какие-то такие есть на то смыслы. Друзья мои, в моей жизни сколько приходилось перепрыгивать оврагов, переступать говно, да наступать даже. Иногда ботинок лучше выкинуть, чем разбираться с этим делом. Друзья мои, запомните, вы сами тянете свою жизнь, это дерьмо. И не надо. И это говно...